Миллион тенге за экологичное изобретение. В Алматы стартовал конкурс «Мини-экспо-2014». Молодые изобретатели смогли продемонстрировать свои самые смелые идеи на Jostar Innovation. Авторы наиболее применимых открытий получили в качестве подарка денежное поощрение. И, возможно, в скором времени они станут общедоступными. 22-летний Ернур Толеп получил миллион тенге за изобретение инновационных солнечных батарей. Его идея заключается в том, чтобы при производстве вместо кремния использовать органические полимеры. Ноу-хау отличается своей дешевизной, простотой, легкостью и компактностью. Основной плюс данного проекта – это его дешевизна. В производстве органических солнечных батарей обойдется дешевле минимум в 2,5 раза, чем производство обычных кремниевых солнечных батарей. Свой проект Ернур презентовал на выставке Jostar Innovation, которая прошла в рамках мини-экспо Алматы-2014. Победители в 6 конкурсах также получили памятные призы и чеки на миллион тенге. В номинации Clever Technology победителем признан проект «Умная розетка» студентов Санжара Мырзагалыма и Куаныша Идрисова. В номинации «Эко-город» выиграл проект каната «Берегбола» по очищению городских водоемов с помощью растения эхорния. По словам администрации города, на этом их совместная деятельность с юными изобретателями не заканчивается. Это начало. В дальнейшем мы планируем с ними быть вместе на протяжении всего периода и помогать им находить инвесторов, участвовать в каких-то государственных программах. Аким города Алматы Ахмеджан Есимов с интересом ознакомился с проектами молодых изобретателей. Он поблагодарил участников конвента и пожелал им удачи в реализации своих задумок. Я очень внимательно посмотрел все проекты, которые сегодня здесь представлены. Каждый из них представляет очень большой интерес и практической жизни нашего города. Многие из них, я думаю, применимы. Всего в конкурсе «Мини-экспо» приняло участие более 200 ученых-разработчиков, предпринимателей и общественных деятелей. На выставке работали 30 стендов, где разработчики представили свои изобретения в области зеленой экономики. Рамина Макаримова, Ерлан Сагимбеков, телеканал «Алматы».